Всем привет! Продолжаем проходить игру под названием Tiny Tina's Wonderlands. Некоторое время пришлось поотсутствовать, поафукашить. Я немного, буквально там пол карты прошел не под запись. Встретили мы некого сумасшедшего барда с электрогитарой. Я помог ему освободить кристаллы. Вы сейчас увидите, что за кристаллы. Продолжаем из главы номер 4 под названием «Поэзия мести». Продолжим. Бард такой довольно веселый, металюга, с гитары. Естественно, со своими шуточками, прибауточками в стиле этой игры. У меня для вас хорошие новости. Теперь мы играем в разрешение 2К. На высоких настройках. Вы это заметите, я думаю, по качеству картинки. Вот здесь это было расхреначенные руины. Вот здесь стоял этот бар. Вот тут был этот кристалл. Тут спавнилась куча скелетов. Я их всех убил. А до этого места было еще одно место подобное. Только там были гоблины, а не скелеты. Ну, вот, собственно, все, что вы пропустили. Сейчас соберу. Патрончики. Вот этот бард стоит. Торг ждет нас, чтобы продолжить дальше. Поговориться со злоделой, сырость и влажность. Ну погнали. На, пушечка неплохая туда. I can cast again. Я активировал этот обелиск. Ага, тут вылазит какая-то куча грибов или кто это еще. Extinction event. Держимся от них подальше. По возможности. Ловите, ребятки. Кончились боеприпасы. Ну, здоровый гриб какой-то. Ой, сейчас убьют нас. А мне кажется, сейчас убьют. Жирный такой, слышал. Сейчас таки завалят меня. Надо отсюда отвалить. Да, напоминаю, что играю я на самой большой сложности. И мобы уже начали сдавать. Довольно неприятно. Нам нужно найти патроны. Пошел ты. Живое. Наконец-то. Уже места нет в инвентаре, как обычно. Hold on to something. Боже, сколько этих грибов.
любой вкус. И белого, и подберезовик, и подосиновик, и лисички, и маслят. Тихо. Спокойно. Чудовищный гриб. Хрен этого, мутант. Патроны кончились, ну как раз. Шляпку отстрелили ему. Добьем его. Вот так, молния. Есть, сюжетное испытание пройдено. Гриб падает, его грибной плод больше не осквернит твой вкус. Ну я надеюсь. Сдох, оставил после себя лужу ядовитую. Сейчас она пройдет. Немножко почищу инвентарь. Так, инвентарь почистили. Что-то интересного, ничего, конечно же, нет. Курточка. Еще какой-то предмет одежды. Пока этим заморачиваться не буду. Пойдем просто по сюжету. И патроны, конечно же. А, вот этот бар стоит. Вот с этой электролютней. Это, я бы даже сказал, не гитара, это лютня. Электролютня, а вон мудаки. Которые будут на меня нападать. You should have yielded when you had the chance. Мне нужно было лечиться, когда у тебя был шанс. Время магии. Sky Hammer. Heaven's Fall. Так, что у нас тут? Мундучок с оружием. Морок пространства, какой-то пулемет, но по уровню слабее, чем тот, что у меня. Мне кажется, там какая-то... Какая-то там нычка есть, нет? Вот там. Стрелу откидывает именно в эту сторону. Не дает прыгнуть. Вот туда наверх. Ну ладно. Блин, начинается опять этот огромный гриб-колония. Пистолет охладил водяного. Патрончики не забываем, патроны быстро заканчиваются. Вот здесь еще вижу сундук с оружием. В этих сундуках может быть апгрейд для наших пушек. Но далеко не всегда. Нычки тут нету под водопадом. Жаль, люблю, когда под водопадами есть нычки. Нам вообще не сюда показывает по заданию идти, но... Раз уж тут. Посмотрим местно.
местная достопримечательность. Ну тут что-то есть. Смотри, за это зло. Бац, находится самое сердце леса. Я расчищу путь своим взрывным рифом. У меня только одна атака, я могу применить ее только один раз в день. Короче, зажигаю. Говорит мне, зажигаю. Суперсексуальные силы зла чуют вонь героизма и поднимаются, чтобы затоптать ее. Вот, блин. Проломим им башку. Давай. Так, этот у нас уже предмет экипировки есть, поэтому мы его просто выкинем. Сегодня еще один демон желания попытался мной завладеть. Они вечно пытаются обдурить полукровок и заставить нас полностью превратиться в демонов. Как будто у нас и так мало проблем. Элден его прогнал. Ну, если честно, то просто оступился и упал. Но я сказал ему, что он мой герой. И он улыбнулся. Мне так нравится, когда он улыбается. Так. Вот инычка. Отлично. Счастливый кубик нашли. И ящик с оружием. С каким-то големом оружием. Поэтому идем дальше. Что у нас тут? Тут у нас ничего. Вот, тут я, кажется, тоже был. Побежали тогда по стрелочке задания основного. Опять боеприпасы кончились. Как это, блин, бесит, если честно. Очень быстро заканчиваются патроны. Обоймы маленькие, надо прокачивать это все. А в начальной игре я удивлялся, зачем столько ящиков с боеприпасами. Непонятно теперь зачем. Затем. А зачем? А затем. Чтобы бегал и открывал сундучки бесконечно. Так, а что тут? А, еще один сундук с оружием. И опять с каким-то говнецом. Ладно. Блин, да что, оббегать теперь всю эту историю, не? А нет. Так, обнаружен район рога. Или рога. Я прочел как рога, потому что рога это... это такой класс. Персонаж. Разбойник. А вот и магазины, наконец-то. Продать всю фигню. Так, все продали. Купить тут особо... ничего нет. Интересно, вот эта винтовка неплохая, 234, но снайпер опять же намного лучше, чем у меня. Ну, броня хуже, чем у меня. Так, да, нечего больше делать из этих магазинов. Что за тусовка
гей-парад какой-то. Судя по всему, да. Это парад бардов, я понял. О, привет. Достаточно ты любишь металл, чтобы... Чтобы что? Я не успел. Я Злоделла, лидер окостенелых лап. Слава Зигаксису. Слава его темному имени. В общем, нашей группе в мире металла равных нет. Но наши костюмы и инструменты определенно не совсем true metal. Можно было бы добавить шипов, рогов и всего прочего. Мы надеялись, что ты нам в этом поможешь. Давай остановимся на природных материалах, типа древесины. Но это должна быть как бы злодейская древесина, а злодейского дерева, ясно? Прости, злодейское дерево? Да, где-то в лесу растет коварное злодейское дерево, попробуй его найти. Нам, правда, не помешал бы новый обвес в стиле метал. Я просто хочу кому-нибудь вломить. Черт, у нас будут такие крутые прикиды и инструменты. Покажем этим позерам из чумных крыс апокалипсиса, кто из нас true metal. Я слышал. Ты трусливый засранец. Да, уж надеюсь, богатенький сопляк, который хочет пристроиться к металу. Ага, вон их соперники стоят напротив. Да я кручу всех в металле. Всех. Особенно тебя. Да, как скажешь, Айден. Эйден. Меня зовут Архонт. А, вот как. Это имя, которое мамочка подписывает твои трусики. Ты поплатишься за это неуважение, Синди. Еще раз так меня назовешь, и я принесу тебя в жертву нашему темному повелителю демону Зигаксису. Кому? А, твоему воображаемому дружку? О, это за это оскорбление ты заплатишь, карлик. Что? Я сказала, за это оскорбление ты заплатишь, карлик. А, ага, ясно. Да-да. Тебя ждут немыслимые страдания. Что? Ничего, не важно. Окей. Блин, это не гонят. Короче, это банда металлистов, типа металлистов, которыми не хотят быть. И просят меня принести им какое-то злодерево. Кору злобного дерева, чтобы сделать им аутфит металлический. Они соперничают вот с этой бандой. Типа тоже металлисты, барды, но судя по ним, они представляют какие-то ЛГБТ-меньшинства и играют на их парадах свою музыку. Явно не метал. Вот эти ребята явно побольше выглядят как металлист. Ну да, у них хотя бы мейкап соответствует. Значит, нам сюда. Поскачем по грибам. Патроны, конечно же, патроны надо собирать. Так, 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 так. Что я тут вижу? А что я тут вижу? А я вижу тут счастливый кубик. 12 из 20 уже. Ага, мастерский обод зловонного скальпеля. Шанс критического удара в ближнем бою 1,6%. Шанс критического попадания заклинания 1,6%. Ну, на правую руку наденем его. А здесь у нас эпическая макс. А, получше, чем у нас. Да, заменить. А как теперь забраться обратно? А? Вот так. Так же самое.
Не так, нам налево. Так, налево, а не направо. Меня уже тянет направо. Вот это злодерево, наверное, наверняка. Его охраняют какие-то сектанты. А ну-ка зарядим-ка мы молнию и по скелету мага. Не? А на поляне ты видишь супер-дупер мега злодейское дерево, которое типа истекает кровью. В общем, оно, ну как его, короче, злодейское, вот ты знаешь. А, отлично, злодейское дерево, и кто-то, кому нужно вломить. Его окружают скелли магии, они атакуют. Давай, давай, атакуй тебя, это хорошо. Ну, как раз надо кому-то вломить. Хочу с этой пушкой я буду долго ламывать. Снайперка убогая, четырехзарядная. Сейчас меня убьют, я уже вижу. Да не, отвалю за уголочек вот сюда. Боже, мне повезло, щит меня спас. Ну вон, какие зарядные она. 11? Ладно, мне не может быть 11. Наверное, за раз сейчас проверю, вылетает. Ну да, по 3 патрона за раз. Злодейское дерево успешно защищается от ваших жалких дальнобойных атак. Похоже, что вам нужно вступить в более тесный контакт с ним. Понятно, понятно, только больше вот, убить никого не нужно больше. Не нужно. Это дерево что? Кровоточит? Это так по-металлически. Просто полный металл. Погоди, дерево все еще кровоточит, даже после того, как его срубили. Да, пойдет, пойдет, почти идеально, неси его сюда. Да. темно, что-то темно, проклятие, мысль скользнула. О, все, смотри, прихиды. О, да, я чувствую, наш темный повелитель демон Зигаксис очень доволен. Смотрите, он благословил нас новейшими инструментами. Слава Зигаксису. Инферном. Слава его темнейшеству. А теперь, искатель приключений, мы наградим тебя песней. Приготовь свои уши, а также свою душу. Ну давай. Слава его темному имени. Ты чувствуешь, как злая сила злых аккордов злобно гудит в твоей сердце душа. Моей сердце душе? А, получается, в нашей музыке столько металла, что она буквально поднимает мертвых. Что вообще происходит? Мощный металл призывает мертвых парней. Ох, ну нам, скорее всего, нужно это прекратить. Опять кончились патроны, надо, блин, гонить, что ли? Сюда подошли, сюда, к бочке. Wrath of heaven! As always, good triumphs over here. Or was it lawful over here? А, надо убить вот эти колонки, я понял. Так. Отключил это. Отключим это. Так, тихо, тихо, тихо. Так. Кропачелы уходят, но они все на группу зажимают. Их разорвут с минуты на минуту. Давай, на. Ой, хорошо. Magic down like a
они тебе там бренчат на своих балалайках. Металлолайках. Клянусь, сегодня чистим именем, народ, наша песня была такой тру-метал. Ты отстой! Нет, это ты отстой, Архонт. Госпожа Инферно, мне надо, я все сделаю. Да ладно, мы только что воскресили мертвых. Попробуй превзойти это, мешок с поносом. И превзойду, но мне понадобится помощь искателя приключений. Ладно, помоги ему, это будет забавно. Сейчас помогу, подожди, что давайте патронов набрать. Обычно нет патронов. Ну и без них можно справиться с помощью магии, но это долго. Там мы чумные крысы апокалипсиса, возможно, тебе про нас рассказывали, мы типа легенда металла. Но даже не верится, что ты помогаешь этим попсовым окостенелым лапам. Послушай. Я могу их обставить, потому что у меня настоящая черная магия. Эту страницу я вырвал из из гримуара могущественной ведьмы. Это заклинание под названием «Адский молот». Тебе нужно просто собрать для него реагенты. Вот, держи. Полагаю, что искатель приключений твоего калибра в подробных инструкциях не нуждается. Так. Хотя я сам абсолютно точно уверен в том, какие реагенты нужны. Я все равно попытался заменить их тем, что мне удалось найти дом. Однако в результате просто пережарил выпечку, которую готовил на завтрак. Так, собрать мысли тирана, добыть трусость короля и добыть видение виконта. Или видение виконта, скорее всего, видение. Угу. Ну погнали сюда. По этой стрелочке. Она здесь одна. Две остальные оставим мы потом. О! Чудесненько. Давай, давай, давай. Стуколка. Получше, чем наша стуколка. Нет, это не получше. Это тоже не получше. Давай-ка вместо снайперки попробуем. Нормально. Plenty to spare. А, и доступны очки навыков. А, что ж. Источник мана. Увеличивает скорость восстановления активного навыка, скорость восстановления заклинаний. Еще можно это сделать? А это что? Получая заряд сплетения чар, вершитель судьбы восстанавливает часть своего оберега. У нас уже изучено. Разминка. Каждый заряд сплетения чар увеличивает скорострельность. Но скорострельность нам не нужна, потому что патроны и так кончаются. Не знаю что. Урон от заклинаний плюс 30%. Отлично. Автоматически не перезаряжает свой амбирек, но зато наносит значительно больше урон от заклинаний. Так, я облачаю свое неприкрытое злодейство. Хорошо. И очки героя. Стихийный урон. Два скорость зарядки до 25%. А, уже разогнать не получится, значит. Ага. Очки здоровья повышать. Как бы нет. Перезарядка навыков. Навыков, да. Ну, даже не знаю. А ну-ка. Какой у нас навык? У нас есть заклинания. Навыки, точнее. Двуручные чары навык. А, ну все. Зачем нам перезарядка навыков? Оно у нас пассивный, перманентный. Так что? Стихийный уран? Да. Подтвердить. Стихийный урон — это урон от холода, молнии, от огня и так далее, от кислоты. Вот его и... Ух ты, что там происходит?
что это за новая пушечка? Давайте проверим, как она стреляет. О, очки навык снова. Так. Когда ваш вершитель судьи применяет заклинание, в течение короткого времени его огнестрельное оружие наносит дополнительный урон стихии этого заклинания. Эффект суммируется один раз за каждое выбранное заклинание. Так, следующий уровень заряда сплетения чар плюс 3. Шанс перезарядки 20%. Дополнительный урон от стрельбы, урон от стрельбы и... Как подготовишься, стреляя огнем. Физическое попадание огнестрельного оружия могут мгновенно восстановить все заклинания. Ну, это классная тема, но пока туда еще мы не дошли. Давайте заряды сплетения чар. Ага, я не могу, потому что что? Осталось открыть очков в ветке 4. Ага, значит надо вкидывать куда-то вот сюда. Еще сюда давай, пожалуй. В источник маны и скорость восстановления заклинания. Здесь в стихийный урон продолжаю. Погнали. Ого, нормально он мне сдал, что это за тип такой. Скелет-провидец. И почему я сдох, а не встал? Очень странно. Ну ладно. Ну и ладно. Мы недалеко от этого места. Да, вот это место практически рядом. Я умру тысячу раз перед тем, как сдаться. Ну, лови-ка. Провидец. Довольно жирно, нифига себе он сдал мне только что. Это что, еще один убит? Ё-моё, чуть не убил меня. Несколько, похоже, было. Наконец-то сдох. Я люблю взрывы. Так, 188 у нас. Новая броня появилась. Так. Так. Шанс критического попадания при стрельбе, скорость перезарядки оберега, скорость перемещения. Опа. Какие-то душераздирающие крики раздавались из тумана. Но нам не туда. Нет, нам не туда, нужно по заданию. Побочному, я так понимаю, заданию с этими группами металлистов разобраться, помочь одной из них, точнее второй из них. Первым уже помогли, осталось еще одно. О, господи. Очень слабое заклинание, очень слабое.
Shut that door! You have been judged and found wanting. Ready to cast! Быстро перезаряжаются, это хорошо. А почему? А потому что мы с вами включали скорость перезарядки заклинания. Мы можем теперь с двух рук кастовать, колдовать довольно часто. У мелких нон быстро успокаивает. Сейчас убьет. Да блин, двигайся быстрее. Борьба за душу. Ну что мне с вами делать? Фигово они так раздают. Ну ладно, что дело. Скотина, бля. А опять это скелет провидится, вот они жесткие. Тихо. Shall we continue? Паскуда такая. Мелко. А вот и ветхое сердце. Добыть трусость короля есть. Настоящее сердце короля. Логично, именно в сердце сосредоточена трусость. Лично я попытался использовать награду, которую мой старший брат получил в шахматном клубе. Он такой слабак, я так его ненавижу. Давайте продадим быстро всякий хлам, чтобы не засырять. Инвентарь. Быстренько побежим за остальными двумя частями квеста. За мыслями тирана и заведением виконт. Мысль тирана — это на самом деле мозг тирана. Ага, ну разумеется, я это знал. Я попытался заменить его пассивно-агрессивной запиской, которую мне написала мама. Бля, там гоблины. Нет, сюда мы не пойдем. Сюда мы не пойдем. Потому что нам туда не нужно. А нужно нам вот сюда. Перезарядочка. Мои глаза.
Шок, лэнс! Быстрее, быстрее, сейчас убьют. Все, убивают, убили. Ну как же вы достали, а? Короче, я понял, чтобы дали второй шанс, нужно кого-то убить. Так, есть квестовые предметы с фрами. Да вы достали взрываться вблизи, в упор. Да, патроны. Да откуда вы беретесь время, твари? Самое бесячее, что ты постоянно натыкаешься на какие-то мелкие преграды и препятствия. А, все, патроны кончились. Ну... хорошо. Есть. Так, пушечка получше. Это забрать. Это забрать. Погнали. Сдадим квест. Что за пушка? Какой интересный. Ну вот, котел готов. Можно класть с него реагенты. Бросаю их туда, чтобы я мог заняться черной магией. Все такое. А, ну вот, типа. Не думаю, что ты выдержишь пышущий жаром металл, который я сейчас тебе продемонстрирую. Композиция начинается с офигительного соло, а вы, парни, вступите сразу после него, ясно? Демоны-повелители, вы это видите? Видите, насколько я true metal? Ожидаемо. Но другая группа будет рада узнать об этом. Ну да, я тоже был за этих ребят. Слушай, что у них там происходит? Они решили заняться черной магией и погибли. Мурат, вы понимаете, что это означает? Теперь нашей группе официально нет равных среди металлистов. Мы настолько металлические. Супер металлические. Осталось сделать только одно дело. Подстать настоящим металлистом. Позволь наградить тебя, искателя приключений. За услуги, оказанные главной метал-группе в мире, тебе полагается главная награда. Стать жертвой, которую мы принесем нашему темному повелителю демону Зигаксиса. Да что, какие его уроды. А ну сейчас он... Не-не-не, дело пахнет керосином. Пошли в жопу. Он это сдохнет. Так. Ну все, сейчас ты получишь, как я буду творить демоническое зло, если у меня нет тела. Так, значит нет тела.
Ха, ты какой. Зигаксис. Поговорить. Ты, наверное, Зигаксис. Я извиняться не буду. Это была самооборона. Верно. Я вижу, что твоей вины в этом нет. Полагаю, тебе просто хотелось им помочь. Идем, я награжу тебя за труды. Но сначала дам тебе одно поручение. But there's something I'd like you to do for me in return. Симпатичный такой чертенок. И? Какое задание? Так, внутренние демоны. Демон остался без своего мясного мешка, и все из-за вас. Поэтому найдите для него нового хозяина. Короче, дело в следующем. Мне нужно новое тело, и добыв его, ты сможешь искупить свою вину. Серьезно? Мне просто хотелось им помочь, они просто хотели принести меня в жертву. У меня не было выбора. Да, здесь такое случается. Прежде всего, нужно найти теневую гримуар, чтобы у тебя была возможность разнести мое истинное имя. Встретимся в Копытбурге. И он телепортируется. Подожди, Зиги. Он уже исчез. Почему он просто не сказал нам свое истинное имя? Потому что демоны так не делают. Фред, поддержи меня. Потому что демоны действительно так не делают. Видишь, я же говорила, тугодум. Так, и что же делать? Добраться до Копытбурга. И нам предлагают два варианта. Ага, вот сюда, либо сюда. Ну давайте пойдем сюда, тут поближе мне будет. Мне кажется, вот так. Это значит нам налево. Угу, тут мы не заберемся. А тут мы заберемся. Как уже однажды забирались. Вот. Жирная какая. Ну вот, блин, опять-то бесит, что ты просто когда отходишь, натыкаешься на какие-то корни, на какие-то камни, постоянно затыкон какой-то попадаешь, они тебя настигают и бьют мили. Ладно. Что там происходит? Что такое? Did you really think I would stay down? I've located a healing vial. Блять, как вы откуда-то вы беретесь постоянно? Что самый большой уровень сложности, но
Но вы достали меня. Взрываться перед лицом. Там я был. Так, все, тут мы были. Использовать. И нам нужно в Копытбург. Установить маршрутную точку. Так, нет. Полетели. Баунти. Гоблины освободят наше все. Так, значит, задание у нас тут есть. Вот это. Ну, пойдем туда, да. По этому заданию. Скоро начнется революция. Присоединяйтесь к движению. Гоблины освободят наше общество. Так, королевство в опасности. Берем этот квест. А, угнетенные гоблины. Горизоп. Если хотите облегчить их страдания, идите туда. Пойдем, пойдем попозже. Не сейчас. Нет, это мир. Мы не пойдем сейчас в мир. Мы пойдем. А мы никуда не пойдем уже сейчас. Мы сейчас будем заканчивать эту серию, потому что уже практически час я играю. На сегодня достаточно. Спасибо за внимание, ребята. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это сильно помогает развитию моего канала. Продвижение. А лайки и комментарии помогают продвижению этого видео и всех моих видео в рекомендуемых. Поэтому большое вам спасибо за просмотр. Очень рад был всех видеть и пока.